Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Gaming Channel, с вами Саня, и сейчас мы поиграем в Bullet Force, это игрушка стрелялки. Ой, тихо, пошёл в жопу, бам! Бум! Да что ж ты нас убил? Тут не очень, да что ты будешь делать, это не очень удобное управление. Так, давайте даже сделаем так. Так. Это мы сделаем поменьше. Примерно вот такое. А то будет, если у нас так, это вообще будет. Пипец. Ну, давайте вот так. Рывок. Поменять команды. И камеры. В общем, сейчас... Играем. Сейчас идем. Бежим. Так, прыгаем. Ну, тут прыжок не очень прикольный. Так, сейчас у нас бум. Да что ж ты не попала? Оп. Не понял, что это за фигня. Так. Давайте практик. Нет. Давайте город. И вот уже мы начинаем играть. Так, надо карту сделать. Вот сюда. Это чуть-чуть побольше. Ну, пускай так будет. Так. Опа. Хедшот. Ну, может, даже не хедшот. Так, мне как-то привычней прыгать. Это вот так вот. Это сюда. А вот это сюда. Так, это мы побольше сделаем. Ну, как-то вот так. Так, даже получше. Блин, да что ж ты будешь делать-то? РПГ. О, да. О, да. Так. Блин, карту, да, жалко, нельзя посмотреть. Эй, я застрял. Я в текстурках застрял. Ну, наконец-то. Так. Сейчас мы быстренько, так быстро. И кого-нибудь нафиг. Так. Тихо, главное все тихо делать. Как тут получится тихо? Ну все, сейчас получится. Да что ж ты будешь делать-то? Бум. Противник убит. Yes. Иди, где у него теперь? ФАМАС. Вот. ФАМАС. Где, где кровь? У меня где-то кровь была. Ай, ладно, пофиг. Так. Да что ж ты будешь делать-то? Так. Ну, 2-0 пока. В пользу меня. Боты тут, конечно, трудноватые достаточно бывают. Если даже... Если их трое, то тебе их уже почти не победить. Но мне это не трудно, не слишком трудно. Сейчас, погодите. Так, вот я продолжаю. Ой. Осторожно. Где? Так, и что у него тут? М4А5. Вау. Вот это круто.
Так. Так. Сейчас будем отсюда всех снимать. Нифига себе, он как рубит-то. Одной пули достаточно. Так, ах ты ж вы где. Итак, вот мои пользователи. Я продолжаю. Меня он сейчас хочет убить. Бум! Так, давайте сейчас. Фомас. Блин. Тихо. Сейчас вот тебя пустим. Да блин. Надо, значит, ближе подобраться. Сейчас, пацанчик, мы тебя, можно так сказать, ликвидируем. Да заткнись ты уже. Со своим открыть огонь. Ой-ой-ой. Тихо. Сейчас мы тебя пристрелим, пацан. Какой 7-5? Не понял. Вы только же видели. Сейчас, пацан. Что, не нравится? Так-то. На батю-то лезть. Ё-моё. Можно просто без предела. Эх, не попал. Жалько. Так. Да блин, что стреляет просто так? Ё-моё. Малочек. Так. Сейчас мы сюда заново пойдем. Чубачело. Кровь прям тут достаточно такая реалистичная. Вот такая прям. Ой. Так, дайте-ка я поменяю. Вот это вот сюда. Это вот сюда, а это вот сюда. Все. Так, надо быстро. Быстро, быстро, быстро. Так, пацанчики. Сейчас вас ждет карма. Так сказать. Оп. Хочу. Да что ты хочу, ты не получаешься. Я не помню, не понял, почему. Не хэдшотик. Так, где пушка? Наверное, у него ФАМАС просто был.
Модельки машин, наверное, хорошо проработаны. За это плюсик. Ой-ой-ой. Молочек прям. Прям. Именно так надо. Так, сейчас у меня 122. Вот АК-12. Это лучше. Люблю пукать под мышкой. На уроках развлекаюсь так. Здрасте. Вы кто? Сантехник? И где он? И где ты? А, кажись, понял. Опа. Ща. Быстро. Ой, да ты шо, там всякие М4, вот. Вот это. Да-да-да, наконец-то. Так. Ты кто, пацаны? Пацаны, кто такие? Нет, не хочу я. Блин. Ну ё-моё, пацанчики, так же плохо себя вести. Так, сейчас будет даблкил. Здрасте. До свидания. Пацан, блин. Как это не вовремя, ё-моё. Надеюсь, у тебя моя винтовочка. Ты что? Гранат, ё-моё! Граната! Чёрт, граната. Была граната. Я ж испугался. Еще нежданчик будет. А здрасте. Прям вот. Опять все с фамасами бегают. Так куда ты лезешь? Только не стреляй. Пожалуйста. Фу, все. Кто это такой? Фу. Ну ладно, пускай будет. Блин. Так мало вообще этих патрон. Так. Ой. На этом, наверное, скоро я закончу свой видосик, потому что уже надо... Блин, чуть-чуть только. Ну что, уже надо скоро мне его, как бы сказать, хотел сказать, монтировать. Я все ролики не монтирую. Просто надо его выложить еще. Так. Осторожно. Куда ты скрылся? Попсик. Ай, перепутал его с машиной. Так, теперь будет идти такая вот у нас. Ну реально куда-то скрылся.
Куда побежали? То от меня бежит, то обратно. Ну что, без оружия? Да. Ладно, на этом, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем пока.